посмотрим, правда? Можно, нужно веселее, становитесь хоровод! Будем танцевать, а сейчас на этой сцене для нас выступят Александра Михальникова и Евгения Карпикова! Попросим грандиозного нашего друга, талантичек! Цветочки нашего праздника, прошу вас, девочки, красавицы, запевайте! Ну же! Ну вот, мы снова с вами. Хочется не только песни петь, но и промазанницу нашу славянскую вспомнить. Кто помнит, как назывался первый масленичный день, понедельник? Понедельник! Первый масленичный день – это встреча. В древности люди готовили соломенные куклы, выставляли их на самые видные места и пели песни-зазывалки. И чем громче пели, чем их больше было, тем веселее. И я вас тоже попрошу петь вместе с нами, потому что песни вы эти все, конечно же, знаете. Ну же, давайте попоем вместе зазывалки! Стой, стой, теперь! Стой, танцевай! Солоки! Я закрою рыбки, ваша штука, ловушка.
и подшиты. Ну же, давайте тогда не бойтесь, пускайтесь в пляс. Ну что ж, третий день масленицы назывался «Лакомка». В этот день зятья приглашали своих тёщ на блины. А тёща-то уж детей своих любили. А как же его не любить? Зять-то был такой хороший. Солнце взошло, а мне свет.
весна, заложки там не поет, не поет. Рощи калина, темно не видно, заложки там не поет, не поет. Рощи калина, темно не видно, заложки там не поет, не поет. Рощи калина, темно не видно, заложки там не поет, не поет. И вот я подумала, а что было бы, если бы не было зимы? Если бы некого было бы провожать? Если бы не было этой прекрасной традиции? Oh.
особенно должны были хорошенько угостить свою свекровь. Ну, а в небеске такие, ох, чернобровые! Ох, уж все вышли! Давай, добро, садись, садись! Yeah.
наша весна действительно должна скоро к нам прийти. Мы растопим просто зиму. Да, и мы очень хотим поблагодарить за сегодняшний праздник. Культура деловой дом Москвы, города Вильнюс. Спасибо большое за то, что позволяете нам сделать эту масленицу для людей, для наших гостей. Вот уже 5 лет мы радуемся этому замечательному празднику. Спасибо огромное. А также я хочу поблагодарить мэрию города Вильнюса за то, что они очень доброжелательно к нам относятся и позволяют уже который год делать наш замечательный праздник в самом уютном месте Вильнюса.